Посмотрите, что отец с сыном делает, а? Держимся, да? Или наоборот? Вот что творят, а? Не знаю, вам посчитать до трех. Раз, два, три. Да ладно? Давай. Да ты что, серьезно? У него рука выше, рычаг выше. Да ладно, давай, не оправдывайся. Давай, раз, два, три. У папы левая слива. Лошара. Нормально. Да, вот такой у меня сын. Старенький стал уже, все. Только и разговоров. Папа, ты сколько жал вот в таком возрасте? Папа, ты сколько? А я столько. А ты сколько? Вот, посмотрите, у меня резвый решил, значит, пивка выпить с палочками. Сказал, Тмина, не надо. Да? Да. Я говорю, ну ладно. Так что... Это мне Катя дала только на видос. Это Илюшина чашка. Матрос салагу не обидит. Вот так, сынок, вырос совсем. Да. А им 15,5 лет. Так. Скоро придет батьки. Никогда в жизни. Ты что? Самое последнее дело. Ты что такое говоришь-то? А Коля такой приходит, а у меня стоит бутылочка пива, кружка. Говорит, я не понял, что это. Я говорю, а это вот так. Ну ладно. А ты, кстати, с нами не поздоровался еще, Николя? Привет. Ну все, он пошел сегодня в танки. Сегодня пятница. Да. Вообще в понедельник должен был быть выходной. А им сказали работать. Вот так вот. Завала так-то нету, я не знаю, что они... Это противозаконно, между прочим. Но мне никто ничего не говорил. Нормально, может, понедельник выходной, Коль? Нет. Мне никто ничего не говорил. А Саня что? Саня сегодня отпросился после обеда. У него жена... Тихо, ну, поверьте, это все не рассказывай. График это... Человек график это. Сменился, и его попросили в субботу-воскресенье выйти, и у них планы изменились, естественно. И он попросил, надо было в город куда-то ехать. И он пошел, отпросился, и ему, естественно, Дима говорит, в понедельник-то выйдешь? А, ну, значит, это все понятно. Значит, в понедельник надо выходить. Значит, они знают, что выходной, но... Конечно, знают. Они, знаете, друзья, как говорят, ну что, ты выйдешь в понедельник? Так, это утвердительный вопрос, на который надо ответить. Ну да, конечно. Сынуль, ты что, пошел? Ладно, хорошо. Колюшка, скажи мне честный отзыв на печенюшки. Колюшка, я сказала честный отзыв. Такие солененькие. Солененькие, да? Да, но только я думаю, что я быстрее наемся, чем напьюсь. Так это же здорово. А бусинку он сегодня опять придал. Он забыл ей купить. Забыл. Я ему показала, подожди, Коля, расскажу. Я ему показала, что я пеку печенье к пиву. И он приходит такой, у него 4 бутылочки пива. Я говорю, здрасте, приехали. Он говорит, ну а печенье-то ты для кого пекла? А ты то пиво допил, которое я это обратно в бутылку-то вылила? А, его пьешь? Выдохлась, не выдохлась? Нет. Я, друзья мои, попробовала глоточек пива, и ой, как это... Не-не-не-не. Сколько лет я уже... Вообще, сколько лет я не пила пиво? Хотя сама на пиве работала, да? Сама работала, ну, на разливном... Пиво ярославское было. Боже мой, какое оно было вкусное. О, она уже вот у Кирюхи уже на плечах сидит. Представляешь? Он только что с ней прошел. Кирилл? Забыл купить вкусняшек. Купи монстре вкусняшек, хорошо? Купишь? На денежку ему перевести. У тебя есть деньги-то? Он тебе потом скажет, ты должен. На, перевести. Я тебе потом переведу. Да, переведешь потом, ребята. У тебя есть деньги-то? Угу. Все хорошо. Ну, а ты много не покупай, купи пару пакетиков. Я завтра закажу с доставкой, сынок. Чтоб сегодня покормить ее. Видите, это Илюшкина кружка. Катя говорит, мама, не дай бог разобьешь. Я говорю, так Илюха ее видел. А, Илюха, говорю, все равно Илюхи нету. Так что он и не узнает, если что. Она говорит, я ему по видео показывала. Когда он уезжал уже,
Мы подарили такую. У нас же есть где-то бокалы стеклянные. Ну, я думала, покрасивше. Такой, смотри. Ну, кого-то берем. Я хочу, знаешь, какую кружку? Знаешь, хочу какую кружку? Какую? Ну, вот раньше, помнишь, в пивных барах такие кружки такие железные, ну, вот у нас, стеклянные. Вот у нас как раз и были, когда я работала. А-а-а. Вот такие кружки. Подожди, они же вроде продаются. Их можно заказать. Только зачем тебе кружка-то? Ты же все равно редко пиво пьешь. Ну, чтобы было. А сейчас вообще у нас будет в твою жизнь без алкоголя. Вы знаете, что он мне сказал? Я говорю, Колюшка, теперь... Я говорю, теперь я все время буду с тобой, буду ездить с тобой на дачу и в отпуск, и на выходных, и все. Он так... А мы едем, он за рулем поворачивает так голову ко мне и говорит, ой, сопьешься, девка. Ой, говорит, сопьешься, девка. Ну, ладно, коньячка-то иногда можно. Вот такой вот, да? Видишь, вот решила. Теперь буду печь другое печенье. Уже не к пиву. Но тоже ну, что-нибудь. Такое... Типа крекера хочу сделать. Ну, такое солененькое. Солененькое. Да там представь, какая посыпка соли идет. Я сначала испугалась, но уже вспомнила. Просто может, на туре? Ну, говори. Надо сделать как крекер. Знаешь, такие маленькие. Такое ты аж испугалась, что сказал. Да. Что-то не то ляпнул. Я не могу. Так, ну чего? Все, наверное. Хотела просто ведь показать 2 минуты, как у меня Коля с Кирюхой с ума сходит. А вот видите, целый ролик записала вам. Все, прощаемся. До завтра.